Вот здесь когда асфальт уложили? Ночью, говорит, не выстоялось. Плохо прокатанный асфальт, кривые бордюры. Видно, что этот двор в микрорайоне Юбилейный ремонтировали наспех. Подрядчики едва успели сдать объект в заданный срок. Мэр города приехал лично проверить сделанную работу и остался недоволен. Качество укладки дорожного покрытия не соответствует стандартам. Чтобы срезать асфальт и переделать все заново, подрядчику дали еще 2 недели. И если и потом возникнут нарекания, власти применят штрафные санкции. Либо подрядчик будет переделывать все это, либо, как я уже говорил, оплаты не будет. Я хочу, чтобы это слышали и были спокойны все жители города Иркутска, и слышали об этом подрядчики, что отношение к качеству на сегодняшний день будет очень требовательное. А объездную дорогу вдоль микрорайонов Университетский, Первомайский и Синюшина гора только начинают ремонтировать. Сегодня первый день укладки асфальта. Мы действуем сейчас по регламенту по укладке асфальтобетона в холодное время года. Соответственно, мы используем все те технологии, которые они есть. То есть и разогреватели швов, и, соответственно, температурный режим асфальта учитывается. Ну и, соответственно, температурный режим, непосредственно, погодные условия. Окончание работ на Синюшиной горе запланировано только в конце декабря. Работать подрядчикам придется в зимних условиях. В мэрии объясняют, это вынужденная мера из-за нехватки строительных материалов. Окончание ремонта могут даже перенести на май 2011 года. Раиса Силина, Александр Мокин. Новости сейчас.